Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как заблокировать номер на вашем смартфоне LG K42. Для начала входим, конечно же, в звонилку. И далее я вам покажу два способа, как мы это можем сделать. Первый – это, конечно же, зайти в вызовы в недавние, выбрать тот номер, который нас задолбал. Далее нажать справа на иконку информации и справа сверху нажать на три точки. Жмем «Заблокировать номер», подтверждаем, видим, что номер был успешно заблокирован. Ну и следующий способ будет способ, как ввести этот номер вручную. Мы переходим на главную страницу набора номера, жмем справа сверху на три точки и жмем на «Настройки вызовов». Далее выбираем второй пункт, а именно «Блокировка и отклонение вызовов с отправкой сообщения». И заходим во вкладку «Блокированные номера». Можем тут заметить тот номер, который мы только что блокировали. И далее мы жмем на плюс, новый номер, и вводим сюда тот номер, который мы хотим заблокировать. Жмем заблокировать, и он успешно блокируется на нашем устройстве. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!